Девочки, всем привет! Продолжаю свое видео о покупках для скраббукинга. И сейчас вам хочу показать всякие разные украшалки, которые я купила, потому что у меня очень много еще бумаги. И, повторюсь, не хочу делать очень длинные видео. Когда я буду вам что-то показывать, буду говорить, где я это приобрела. За последнее время я посетила несколько реальных магазинов в Москве. Я у них заказываю и по интернету, но вот что-то мне захотелось съездить, пощупать, посмотреть самой. И вот я как бы набрала всяких разных штучек. Это были магазины Мемуарис, Скрапушка, они рядом находятся в Москве, там буквально 5 минут ходьбы от одного до другого. И еще я покупала в Новом Книжном и что-то заказала буквально немножко в магазине Редру вместе с основой вот этой вот моей коробочкой с заготовкой для маминых сокровищ. И первое, что я вам хочу показать, это вот такой вот декор для скраббукинга. Чипборд не очень, он толстый, но вот такие вот очаровательные нишки. Почему взяла этот набор? Вот часть это, конечно, больше для девчачек альбомов или для открыток. Взяла вообще этот набор из-за медведей, потому что делаю сейчас альбомчик, и заказчица попросила, чтобы там было как можно больше нишек. Поэтому у меня альбом такой с медведями тут получается. Вот. Стоил этот листик в магазине Мемуарис 80 рублей. Так. Дальше, следующее, это два вот таких вот ангелочка очаровательных от Scrubberies. Взяла я их для странички о крещении, для того же альбомчика. Они на прищепочках, не знаю, может быть, я их или сниму с прищепочек, или как-то придумаю вот эту прищепочку, как там приспособить, но вот что-то из ангелочков мне хотелось, нигде я не нашла больше ничего. Дальше, сколько стоили, честно говоря, не помню. В магазине Новый Книжный взяла новые какие-то, называются они эмалевые клевые точки, но обычные дотсы, если они разного размера, чуть больше, чем я обычно покупала от Хобби. Magic Hobby я обычно брала. Вот, стоили каждая по 199 рублей. Такие яркие достаточно цвета, в голубых тонах что-то я там не нашла, но вот взяла красные, розовые, и здесь такие красно-оранжевые, желтенькие, зелененькие, очень яркие такие цвета, я думаю, что хорошие будут. Так, был у меня вот такой набор бутылочек, тоже Новым Книжным я его брала, две уже я использовала для маминых сокровищ, стоил он 159 рублей. Дальше взяла я набор открыток. Скоро день учителя. Буду делать открыточки с Настеной. Стоил он 79 рублей. Я, кстати, как-то раздумала, что дешевле купить картсток и из него нарезать. Но из листа получается не так много открыток, а здесь сразу 5, еще вместе с конвертами, которые потом, в принципе, можно отдельно делать. Поэтому мне очень нравится этот Craft Premier фирма. Вот, недорого совершенно стоит. За 5 штук получается там 13 рублей, наверное, или 14, одна открытка вместе с конвертом. Совсем дешево, в Новом Книжном. Так, дальше. Из магазина, еще я делала интернет-заказ, забыла сказать, Stuff for Scrap. У них собственное какое-то, видимо, производство. Я у них уже несколько раз брала всякие разные вот эти вот топсы, фишки. Значит, став, видите, for scrap их значочек. И вот мне очень понравились совушки-детки, назывался вот этот набор. Пока не знаю, куда его применю, но они меня очаровали, поэтому я их не могла не заказать. Стоило это, честно говоря, не помню. По-моему, 170 рублей. Так, дальше, вот эти стоили, по-моему, 220, купила я вот такие же тоже фишки, 12 штук, тоже для детского альбома, который сейчас делаю, месяца, месяца с 1 по 12, для того, чтобы клеить, какая страничка, к какому месяцу относится. Значит, такие вот карточки из магазина Read.ru, там, кстати, были последние. Так, сейчас я вам попробую достать, показать. Для страничек о крещении. Вот такие вот листочки красивые. Здесь можно как-то или их клеить, или вырезать этих ангелочков. Очень мне понравились. Тут их много. Хватит на достаточно большое количество альбомов. Здесь вот разные всякие ангелочки. Вот. Мальчики, девочки, постарше и помладше. Очень красивые. Стоили они, честно говоря, тоже уже не вспомню сколько. Так, тоже, значит, Stuff for Scrap магазин, набор фишек
для скраббукинга, тоже на клеевой основе, для мальчика. У меня есть скраб-карты с такими картинками. Такие же картиночки я использовала для маминых сокровищ. Видео уже тоже должно быть на моем канале. И вот такие же фишечки, очень мне они нравятся. Люблю их использовать в своих работах. Так, дальше, что еще тут у меня есть? Так. Вот такие вот фишки тоже мульчуковые мне понравились. Редко просто вижу их в продаже. Это от Артузора. Купила я их, по-моему, в книжном тоже. Да, стоили они всего 75 рублей. Очень прикольные. Так, вот это вот я покупала в магазине Мемуарис. Значит, я купила бумагу этой коллекции. В другом видео вам покажу обзор на эту бумагу. Редко вижу обзоры на нее. Очень красивая, обалденная бумага. И вот к этим наборам я купила тоже вот эти вот фишки. Набор бумаги Baby Shabby называется. И к нему вот эти вот фишки. Девчачий, конечно, набор такой. Вот они стоили 155 рублей. Так, еще я купила набор бумаги Sweet Girl, тоже от Бишеби, тоже они 155 рублей стоят. Жалела, что взяла один такой набор бумаги, надо было брать два, потому что, как правило, одного комплекта на полноценный альбом не хватает. Ну, потом, наверное, докуплю. Так, для того же альбома, который сейчас делаю, высечки первый раз, они мне попались от, значит, Scrap Mira, Little Bia. Опять же, так как он медвежий у меня альбомчик, вот они стоили 150 рублей в магазине Мемуарис. Все вытаскивать не буду, там есть просто очень мелкие. Давайте несколько вам покажу. Плотная такая бумажка достаточно. Первое купание. Здесь вот есть буль-буль. Надписи вот медвежат очень классные. Сейчас вот это вам покажу. Я думаю, что даже, может быть, его сделаю на обложку. Я просто пока основу альбома сделала, несколько страничек, весь его еще не собирала. Вот этот мне очень нравится. Думаю, что, может быть, даже его на обложку пущу. Очень классно. Так. Это вот высечки. Дальше я купила набор высечек от Polkadot. Набор в облаках. Тоже он такой мальчуковый. Здесь всякие разные надписи. Стоил он 190 рублей. Но, кстати, от Scrap Mira мне понравился больше. Хотя это дороже. Сейчас тут все мелкие мои разлетятся. Так, вот здесь у нас высечки. Маленькие доставать не буду, а то разлетятся они все. Давайте поближе опущу камеру. Здесь вот такие вот кристаллики всякие разные. Вот звездочки. Такие всякие жизнеутверждающие надписи. Дети, это не то, что отвлекает от более важной работы. Это самая важная работа. Такой вот тежик. Вот. Мне здесь просто понравился дом там, где мы. Вот этот вот. Всякие стрелочки. Вот такой вот донатс. Вот. Радуга. Мой милый мальчик. Вот эта вот надпись мне очень нравится. Ну и тут всяких мелких много. Мальчик. Только почему-то персиком цветом написано. Вот. И такое место для маленького фото. Маленький принц. Ну, в принципе, тоже все пойдет в дело, конечно. Так, потом я... Ой-ой-ой. Потом я это все уберу. Так, и купил еще я карточки от Polkadot. Тоже коллекция в облаках. 55 рублей всего. Девочка, которой я делаю альбом, она сказала, что она очень любит делать записи, поэтому стараюсь ей сделать побольше всяких разных тежиков мест для записи. Такая карточка. Они с обратной стороны все беленькие. Вот такая. Вот такая. Вот такая. Вот эти с перышком мне очень нравится. Дом там, где мы. Папа. Люблю тебя. Вот тумбочка. Счастье. Вот такие карточки. Это тоже в магазине Мемуарис я покупала. Так, дальше я купила блок для блокнота. Тоже в магазине Мемуарис. Стоил он 195 рублей. Честно вам признаюсь, я ленивая. И блоки для блокнотов сама делать не люблю. Ну, вот такая я. Хорошие. Поэтому для блокнота всегда покупаю готовые блоки. Я считаю, что затрата времени, которая осуществляется на изготовление блока, и его стоимость
несоизмеримый, поэтому я всегда беру готовый. Вот эту вот перемешку желтенькой с краб-бумагой, у меня есть уже задумка на такой именно блок. Я хочу сделать блокнот в подарок ко дню учителя. И обложечка будет такая, как раз с зонтиками желтенькая. Очень такую осеннюю тематику, поэтому вот хочу сделать такую. Для этой цели взяла для блокнота. Вообще блокноты делаю достаточно редко, но вот как-то захотелось. Так, ну и взяла я немножко чипборда, часть, правда, уже использовала. Вот такой у меня был набор «Мамино сокровище» от Woodcraft. Понравился мне, кстати, чипборд, достаточно плотный. Единственное, немножко чуть-чуть он пожженный по краям, но, в принципе, хороший. Так, что еще? Надпись «Чипбордс.ру в ожидании чуда». Пинетки. Так, маленький принц на обложку, наверное, может быть, пойдет. Ну, еще вот такие взяла циферки с месяцами. Или какого-то другого альбома могут пригодиться. Так, очень классные вообще. Вот люблю вот эти вот такие вот салфеточки. Точнее, даже не знаю, как назвать. Картинки, обвязанные крючочком. Очень классно они смотрятся. Вот один такой малыш классный. И один вот такой. Очень красивый, нравится мне. Взяла поэтому. Так, и тоже это в мемуарисе все. И вот такие вот классные ботики. Тоже или внутри альбома, или на обложке. Очень классно смотрится. Так. Ну, остановится чипборд. Первый день рождения, тоже вот чипборд беременность очень быстро у меня вот входит. Малыш, вот такой я уже брала, почти уже его использовала. Вот этот вот первый альбомчик мне очень нравится, надпись хорошо смотрится. Это Катрин Крафт, чипборд хороший. Вот, и тоже от Woodcraft, такой вот детский, тоже взяла набор чипборда. Так, и... важные мелочи. Вот отсюда носочки я уже использовала. Так что вот такие вот у меня были покупки всякого разного декора. Сейчас я вам покажу еще тканюшки, которые ко мне пришли с Али. Я вообще последнее время с Али мало заказывала. Ну, лето было, как бы боялась, уеду, там потеряется посылка, поэтому вот заказала быстро, кстати, пришло за 2 недели уже после приезда. 2 набора тканей, были они с очень хорошей скидкой, около, по-моему, 170 рублей за 2 отреза ткани. И так, давайте сейчас ткань посмотрим. С ощущением, конечно, беда, вы меня простите. Так, это вот такой, можно сказать, один мальчиковый отрез, другой девчачий, с такими вот звездочками и конфетками. Давайте вот так покажу. Значит, один кусочек вот такой, но он большой, 40 на 50 сантиметров отрезы, нежный такой розовый горошек с конфетками. В принципе, вот такую ткань даже можно ничем не комбинировать, такой активный достаточно принт, хорошо будет смотреться и отдельно. Вот. И второй то же самое, не буду разворачивать, только в голубых тонах. Вот. Это один набор конюшек. И второй набор это такие вот кексики. Так, сейчас давайте поставлю, откроем. У кого-то я увидела из девочек и оставляли ссылочку. Очень мне захотелось такой наборчик. Вот эти две, кстати, ткани очень хорошо сочетаются между собой. Просто отлично. Сейчас я разверну. Кстати, и та, и другая ткань хорошая по качеству. Очень плотная. Вот, вот это вообще очень классно. Мне очень понравилось. Здесь и мороженки такие, пироженки, сосочки, видите, бутылочки, кексики. Прям девчачья-девчачья такая тканюшка. И бежевая, в принципе, тоже такой. И она очень классно, мне кажется, будет сочетаться вот с этой тканью. То есть можно даже, наверное, из этих кусочков сделать 2, наверное, альбома. Потому что мне почему-то кажется, что не сбоку хорошо они будут сочетаться, а вот именно вот таким вот образом. То есть сверху один кусочек, снизу другой. Потому что как-то вот, вот так вот мне почему-то не очень нравится сочетание. А вот именно один поверх другого,
Очень красиво. Вот. Напишите мне, что вы думаете по этому поводу. Мне очень интересно ваше мнение. Так, ну вот, это были все мои покупки. Теперь сейчас займусь тем, что сниму для вас видео про бумажку. Кому понравилось это видео, ставьте пальчики вверх. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Ваша Татьяна.